Так, друзья, привет! Короче, нужно заправиться. Я думала вам показать, сколько стоит бензин в Калифорнии. Значит, я приехала в Shell. Вот, здесь считается, что хороший бензин по качеству. И сколько же в Калифорнии стоит бензин? Здесь это называют газ, да? Так, смотрите теперь цены. Здесь самые дешевые, это начинает 499, 5,19 это средний, и самый лучший это 5,39. Я обычно заправляюсь на 4,99 в регула. Окей? Теперь мы смотрим так. Платим карточкой. Welcome to Shell, please wait. Do not remove card. Как обычно, так, пин. Я вам не буду показывать свой пин. Ждем. Так, approved. Что мы теперь делаем? Do you want a car wash today? No. Сегодня я не буду мыть машину. И нужно подписать здесь. Они могут дать 5 центов там за галлон и все такое. Вот, давайте я, короче, заправлю сегодня регулярным, да, за 87, 87. Так, я заправлю полный бак. Хорошо. Так, давайте мы посмотрим, насколько будет это тикать. Так, все тикается. Значит, здесь у нас дизель. Я не знаю, сколько здесь стоит дизель, да? Это значит Shell, заправка. Ну, здесь как бы считается, что она хорошая по качеству, да? А также здесь есть, вот, можно помыть окна водичкой. Ну, как бы у меня, ну, можно и помыть, давайте помоем, чё. Вот так примерно. Оно, да, он не оставляет разводов. В принципе, очень удобная штука. Вот. Мусорка, как обычно. Вот. У меня машина, кстати, познакомьтесь, да, это моя Subaru Outback 2018-го. Очень надежная машина, потому что она и в горы, и в океан. Вообще классно везде она. Люблю мою ласточку. Я ее так называю. Тьфу-тьфу-тьфу, она прям реально хорошо служит. Очень надежно. Вот примерно вот такая у меня машина. Теперь еще хочу вам одну надпись показать, да? My Mystery Spot Santa Cruz. Когда ты идешь туда, тебе дают вот эту бесплатную наклейку. И в принципе все машины, они это клеят. Так. У нас до сих пор... О, видите? До сих пор 13 галлонов, да? $66. Обычно у меня 15 галлонов. Полный бак, но посмотрим сейчас. Как всегда, везде эти рекламы. $2 сигарет стоит. Не курите, это вредно. Опа, вот. $78 за 15 галлонов. Так, теперь у нас будут спрашивать, хотим ли мы ресит. Мне ресит не нужен. Или вот, давайте я вам покажу, где брать ресит. Да? И вот $78. $78 59 центов. Вот так вот. Примерно за такую цену вы можете заправиться в Калифорнии. Но, друзья, не пугайтесь, это нормальные цены в Калифорнии. Вначале, конечно, для меня это был тоже шок. Почему так дорого? Но потом привыкаешь. Вот. Вот такие вот дела, guys. До скорых встреч.